Олег Рой и Екатерина Неволина представляют. У нее кошачьи глаза. Она ходит по снам и видит мир за гранью реальности. Но все больше опасностей на ее пути. Все ближе дикая охота. Охота снежной королевы. Мистическо-приключенческий триллер «Охота снежной королевы» во всех книжных магазинах страны. Бойся того, что таят в себе сны. Но помни, ты сильнее страха.